От первого до девятого этажа. Как вам такой масштаб для картины? Совсем скоро выцветшие панно советских времен Барнауле могут заменить живописные полотна. Такие планы на фасады многоэтажек у организаторов Алтайского стрит-арт-фестиваля. Разукрасить бока зданий они предлагают знаковыми красотами края. Жители дома на улице Юрина уже предложили часть родного фасада. Ну, она, во-первых, подходит, потому что тут мало окон, потому что тут очень хорошая проходимость и проезжая часть рядом, с которой будет ее видно. И плюс облицовка также подходит нам. Поверхность должна быть штукатурка, как здесь, или кирпич. Высота 9 или 5 этажей. Предлагать свои стены организаторы предлагают жителям городов края через соцсети. Уже собрали 10 заявок. Но многие спрашивают, а насколько качественным будет роспись? Организаторы предлагают посмотреть на их предыдущие проекты. Например, приуроченную к 9 мая перекраску нескольких барнаульских трамваев или расписанные осенью прошлого года гаражи за Россией. Как и здесь, до росписи будут допускаться только профессионалы. Для художников это еще один шанс сделать наш город более ярким. У нас очень много старого уже фонда, да, который требует обновления и больших вложений. Стрит-арт как раз-таки может решить эту проблему и сделать фасад уже старого дома, который там уже ветки, сделать его настолько привлекательным и украсить город, сделать, чтобы город засиял новыми красками. Под роспись отдадут всего две стены в Барнауле и по одной в Бийске, Заринске и Рубцовске. Отбирать их будут эксперты вместе с городскими властями и жителями. Присылать свои варианты фасадов можно через аккаунты арт-фестиваля в соцсетях. А само творчество начнется в начале июня. Илья Кочетков, Александр Антропов, «День с толком».